До нас сьогодні завітала інтелект-тренер Оксана Шевчук. Вітаємо вас. Добрий ранок. Вже традиційно з такої ранньої пори ви допомагаєте мені, нашим телеглядачам, своїми вправами розвивати розумові здібності, щоб наш мозок прокинувся і був готовий до роботи. Що будемо робити сьогодні? Добре утро ще раз. Я подумала о том, что если мы встречаемся утром, то очень важно свой мозг сначала подготовить. Есть замечательное упражнение Джулии Кэмерон. Книгу очень рекомендую «Путь художника». И причем она полезна не только художникам, но абсолютно каждому творческому человеку. Это и дизайнеры, это предприниматели, потому что она помогает найти очень много идей. Так вот, там есть замечательное упражнение, оно называется «Утренние страницы». Давайте сейчас его попробуем. Что это значит? Когда вы только просыпаетесь, ну, мы уже, да, считаем, что вы только проснулись, мы выписываем все, что содержится в нашей голове. То есть абсолютно все. Мне надо сегодня, что у нас крутится обычно? Так, надо не забыть побежать, этого в школу отвезти, это, да? И вот какой-то такой вот хаос. Если в голове заполнено этими бегущими мыслями, мы не можем быть творческими. У нас просто занято, да, вот эти вот все наши синапсы, да, они заняты, они не могут нести креативность. Поэтому каждое утро, вот давайте сейчас прямо попробуем, друзья, я предлагаю не только Ине, но и всем абсолютно, да, вот попробовать, возьмите лист бумаги. Это займет буквально, да, там пару минут, просто потренируемся сейчас. И выпишите на этот лист все, что у вас сейчас есть в голове, абсолютно все, любая мысль. Будь-які задачі, які зараз у мене в голові. Вообще, даже задачи, либо мысли, да, там успеть, одеть, увидеть. Какие-то желания могут быть, да, у каждого человека они разные, но их очень много всегда, потому что утром мы начинаем планировать свой день. Поки я тут виписую усі свої думки, я пропоную вам поділитися з нашими глядачами, чим корисна ця практика для нашого мозку. Отлично. Да, то есть эта практика, она, безусловно, не просто корисна, а это вот база, да, это такой фундамент, на который выстраивается все дальше. Это практика, которая освобождает ум для творчества. Да? То есть как только вы это выкинули, ваш мозг становится свободен, и он проявляет интерес ко всему, что вокруг. Почему? Потому что креативный человек – это не личность сама по себе, да, вот какая-то, вот качество характера. У кого-то есть, у другого нет. Это такой комплекс различных качеств, куда входит и качество интеллекта, да, и качество личности, и ценностные ориентиры человека. Ну, давайте более, да, вот понятно я расскажу, что такое качество личности. Качество личности, к ним относятся такие, как открытость, да, вот такие люди, которые что-то придумывали, ну, вот в жизни, это Эйнштейн, да и вообще те, кто создавали, да, великие какие-то новые открытия, они всегда были очень любопытны, они были открыты к этому миру, и мир был им интересен не просто, да, вот с точки зрения получения каких-то, ну, удовлетворения потребностей, но и с точки зрения самого по себе, да, то есть они оглядывались и видели что-то интересное в этом мире. Он был им просто, да, вот любопытен, задавали вопрос, а что это, да, откуда оно взялось, как это можно использовать. И тем самым они уже рождали новые идеи. Получается? Вже 9 задач написала, те, що в мене зараз у голові, задачі, і думки. Озвучувати? Можна, якщо, да, якщо це не секретно. Да, в мене немає озвучити. Секретів від моїх телеглядачів, я ж вас дуже сильно люблю. Тож, топ-9 того, про що думає Савіцька зранку сьогодні. Придбати піжаму, забрати речі, змонтувати сюжет, зйомка о 12-й, фото редакції, кастинг, придбати пральний порошок, зателефонувати коханому, сценарій на п'ятницю. Супер. А скажи, пожалуйста, у тебя есть план вот на это все? Или это ты сейчас просто доставала в голове, и ты это в голове держишь? Ні, я зранку прокинулась, и в мене думки, що це все мені зробити сьогодні треба. І є це где-то записано? Записано, ні. Вот, пожалуйста. Друзья, самое главное, это вот видите, сколько мы держим в голове. Все планы на день и какие-то, да, наши желания и все остальные вещи. Так вот, я прошу вас каждый день выполнять это упражнение. Причем уделить ему надо, смотрите как, не просто выписать план, а тут надо выписать 3 страницы. Ого! И прям пишите, 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 потому что в нашей голове на самом деле гораздо больше, чем только здесь. И вот эти 3 страницы, если у вас нечего писать, да, вы написали этот план, потом вы пишете.
Я не знаю, что писать. Оксана сказала, интеллект-тренер, что надо писать, поэтому я пишу. То есть сначала это будет трудно, но со временем появится такое уже, знаете, вот поток, освобождение. Вот прям будет такая свобода, творческий потенциал, он станет просто безграничным. Знаете, а мені зараз стало так печально, тому що я розумію, що це тільки мала доля того, що мені необхідно сьогодні зробити, і мені їх 3 сторінок буде мало на сьогодні. Вот, пожалуйста. Да, ну когда мы это выпишем, мы сможем потом уже ранжировать, да, ну и уже включить тайм-менеджмент. Отлично. Давайте тогда сейчас перейдем уже к следующему, непосредственно упражнению. Как я уже сказала, что креативность – это, да, это умение что? Находить разные идеи, быть оригинальным, да, и чтобы самое главное, они были применимы. Я сейчас попрошу вас выполнить упражнение, такое очень интересное. Называется оно «Как это используется?». Да? Очень простое. Сейчас мы с вами возьмем простой предмет. Например, лист бумаги. Да, вот простой лист бумаги. Вот он, да? Это мы на него смотрим. И придумаем как можно больше вариантов оригинального использования этого листа. Можно сделать литочок. Есть. Можно скласти и сделать подставку под горячее. Так, есть. Можно сделать конвертик. Есть. Написать лист. Есть. Скласти в конвертик. Так. Можно сделать бинокль. Супер. Можна зробити телефон, мобільний телефон такий, зв'язок. Можна зробити собі віяло. Єсть. Можна зробити дах. Так. Можна закритися від сонця. Єсть. Можна зробити собі підставку під щось, так скласти дахом. Можна з цього листочка, боже, що ще можна з нього зробити? Якусь обгорточку. Єсть. Можна папільотки, щоб кучері зробити. Супер. Боже, ще можна? Можна на ньому просто помалювати. І що? Оригінальний. А, оригінальний. Боже, малювати це вже для мене не оригінально. Да. Що я ще можу зробити з цим листочком? Друзі, допомагайте, чекаю у соцмережах ваші варіанти, що можна зробити з листочком. Можна ось так, чи не ось так. А, можна зробити чарівну паличку, ось так, і щось собі начеклувати. Отлично. Можна написати заяву на відпустку. О, точно. Це найголовніше, що можна зробити робочій людині. Дуже кліто, да? Так, як ми можемо охолоджуватись, так можемо і закликати до себе тепло. Супер. Можемо підпалити, і у нас буде гаряче, отлично. Буде факел. Вообще потрясающе. Так, можна зробити книжку з декількох листочків, написати власну книгу, зробити 3 сторінки з ті, які ми сьогодні робили. Да. Супер, вообще. Можна зробити квіточку орігамі. Можна. Можна зробити жабку орігамі. Орігамі, можна там можна цілу книгу перечислити. Да? Точно. Ще? Ну, я верю, я уверена, что будет их гораздо больше, Инночка, потому что, ну, поток пошел очень хороший, да, и что мне очень понравилось здесь, да, я думаю, друзья заметили, что идет разница, да, то есть их можно делать оригами, да, есть разные направления, и они очень хорошо, то есть разные качества, свойства данного предмета. То есть, что было проще, мы можем подумать, да, какое качество предмета это есть, да, он может быть ровный, да, он может складываться, да, и так далее. Когда мы перебираем эти качества, мы можем находить... Еще можно сделать конфетти. Можно конфетти, можно... А я, например, подумала, да, что когда-то я была, когда маленькая, и для зрения мне делали упражнение, надо было такую маленькую дырочку. Можно проколоть дырочку, да, и даже, да, там разные упражнения делать. Можно, да, там палец засунуть, можно кольцо сделать. Ну, в принципе, особенно удобно, когда этот предмет у вас в руках. Да, то есть вы его перебираете и думаете, так, а что это еще сделать, если так, его разрезать? Так, черевна палочка. Черевна палочка, да, если его разрезать, да, можно. В принципе, с ним можно делать все, что угодно. Можно кусочки, можно, да, там из него брать. Вот, поэтому... Что дает это упражнение? Это упражнение, оно развивает все качества, да, вот, интеллекта, и оригинальность, и гибкость ума, да, и живость его. То есть мы берем и задаем себе такой целью, я не знаю, что это такое, да, вот я взял этот лист бумаги, и я, в принципе, не знаю, что это такое, как его используют. Я инопланетянин, да, нам часто сейчас дают такие, представьте, что вы инопланетяне, ходите по другой улице на работу, да, там чистим, там зубы другой рукой.
Точно так же и здесь. Мы берем этот лист бумаги, мы не понимаем, как его использовать. Для этого мы поэтому можем придумать все, что угодно. Отлично. Хорошее упражнение. Я советую его делать, ну, как минимум раз в неделю. Я хочу сказати, що в мене, поки я усе думала, мозок реально прокинувся. Якщо інколи, як кажуть, встати встала з ліжечка, а прокинутись не прокинулась, інколи працюєш на автоматі, то зараз дійсно розумію, що мозок почав працювати набагато активніше і чимало думок зараз. І хочеться тепер ще дописати декілька цих пунктів, тому що дійсно починаєш розуміти, відкривати для себе ще щось нове. Все верно. То есть мы стараемся, думаем, ой, я должен быть более креативным, мне надо что-то придумать. Но прежде чем придумать, первое, да, нам нужно очистить место для пространства, вот как дома. Для того, чтобы где-то что-то поставить, нам надо сначала освободить место, да. Но при этом, обратите внимание, опять же, да, вот это пустое место, оно всегда будет заполнено. Поэтому это нужно делать каждый день. Освобождайте пространство и тренируйте гибкость, да, и вот такие вот оригинальные идеи. Они будут приходить везде. То есть эта способность развивается за замечать то, чего не видят другие. Мы наблюдаем, а что можно с этим сделать? Просто задавать себе вопросы, быть любопытным и открытым к этому миру. Просто вот посмотреть на него и инерцию мозга отключать и включать именно как раз такое вот развитие. Что еще мы можем сделать сегодня зранку? Отлично. Следующее упражнение, которое мы будем делать, оно называется «Гулливер». И тоже оно будет оригинальное. Мы будем ходить семимильными кроками. Да, и семимильными, и маленькими. Мы представим себе два варианта путешествия Гулливера. Первое путешествие – это Гулливер попал в страну великанов. И здесь он маленький, да, он с карандаш сам. Да, он такой маленький, великаны большие, все вокруг. И наоборот, Гулливер попал в страну лилипутов. В стране лилипутов все серьезно. Он ростом в трехэтажный дом, и вот он в этой стране. Что нам нужно с вами сделать? Какое упражнение выполнить? Представим себе, ну вот давайте по порядку. Сначала он в стране, да, лилипутов, да, как мы с ним начали. Какие предметы он может использовать в этой стране для занятий спортом? У Украины лилипутов, там, где все маленькие. Да, там, где все маленькие, и он с трехэтажный дом. Може, як гантельки взяти автобуси? Є, супер. Так, за штангу може піти смерека. Смерека. А як це буде? Така велика смерека. Ага. Туди два автобуси. І штанга. Ага, супер, є. Хорошо, так, замечательно. Так, по злітній смузі він може бігати зранку. Отлично. По злітній смузі, да, то якщо поміститься теж. Там самолітики, мабуть. Злітна смуза ж велика, вона довга. Так, хорош, довга, да. Довга. І літак же більше за ліліпута. Ну, якраз, да, буде, есть, як, да, доріжечка буде для ліліпута, для Гулівера. Так, як він ще може займатися? Да, ну, будемо давай перебирати спортовіди. Футбол. Він може гратися, я не знаю, кавун маленький. Ну, конечно, да, маленькие. Тут надо что-то прям большое. А що ж у них може бути? У них можуть бути великі повітряні кулі. О. Разом з корзинками. І він її ногою і полетіла. Повітряні кулі. Так, хорошо, футбол. А що ще у нас так? Які види спорту? Лижі. Лижі. Господи, на чому ж можна? Шпали. О, точно. Можна взяти дві шпали і поїхав по схилам гір. Ну, гірки, правда, будуть маленькі. Гірки маленькі, так. Да. Тут треба скали прямо вже, да, такі огромні. Так, хорошо. Який у нас ще? Теніс. Теніс, боже. Що ж можна? Отут підійде кавун. Так, да, отут кавун підійде, точно. Так, а так що ж можна взяти? Та я думаю, будь-яка легкова автівка підійде. Автівка. Так, вона ж маленька, її взяла. Мені кажеться, проще, може, скамейку взяти. Можна і лавочку, так. Да, лавочку, да, там такі доски. Ну, треба тренуватися. Так. Угу. Навчитися. І що ж то у нас? Так, штанги у нас були, футбол був. Які ми ще види спорту знаємо? Хокей. Легка атлетика у нас була, хокей. У хокей можна гратися клюшка. Клюшка ж вона маленька. Угу. Можна взяти люк. О. Люк. Вообще круто. Так. І ту ж саму шпалу, тільки її загнуть, щоб була як клюшка. Ну, супер. Так. Отлично, спасибо. Так і хочеться поаплодировать. Молодець, дуже здорово включилась. Так, хорошо. І тепер обратно. У нас тепер Гулівер где? Був в лиліпутах, тепер великан. Так, великанів. Так, то же самое, види спорту.
Берем легкую атлетику, где он будет бегать. Так, бегать и бегать. Он как карандаш. Маленький. Маленький такой. Він може бігати на столі, там де стільчики, на тій самій лавочці. Угу. Лавка для нього буде вже марафонська дистанція. Точно. Так, є. Далі у нас що? Гантелі. Так, можна взяти вишеньку, дві вишеньки і хвостик. Вже підіймає. Ох, підняв би він її. Так, тяжкувато буде. Тяжкувато буде. Ну, а якщо у нас волівер ще не спортсмен, то можна взяти зубочистку і два яблучка. Два яблучка, да, не полегше. Вишенка, вона більш сочна. Яблуки більше, ну, можуть бути легше. Так, хорошо, що ще у нас? Можна... Такі? Лижі, да? Лижі. Угу. Господи, що ж можна обрати? Для лиж можна обрати ковпачок від ручки. Я представила щотні палички в школі, так? Да? Так. Такі, да? Угу. Також це можна. Для хокею можна обрати насіннячко якесь маленьке. Сочевиця, наприклад. О, да, о, все круто. Так, вона маленька така, кругленька. Так, да, тільки клюшка, клюшка, зубочистка. Так, як варіант. Ну, тільки треба, да, щось там к ній ще пристроїти. Наприклад, скрипку. Точно, або скрепочку просто розігнути. Да, взагалі можна тогда. Угу, є, так, що у нас ще є? Так. Прыжки, наприклад, да, висоту. Так, що ж нам можна, як висоту стрибати? Господи. Що ж можна обрати? Для скотчу є такі штуки. Скотч вставляється, і там такі перетиночки. Є, можна через них стрибати. Супер, я думаю, наші телезрителі, у них там теж море ідей, і якщо ви, да, напишете. Друзі, ми чекаємо у наших спільнотах у соцмережах новий день. Ми чекаємо на ваші дописи, що ви вважаєте, які у вас є креативні ідеї зранку. Пишіть ваші три сторінки, що ви плануєте на цей ранок. Пишіть про те, якими видами спорту, на вашу думку, має займатися гулівер у страні ліліпутів та велетнів. І найкращу відповідь ми відзначимо подаруночком. Тож чекаємо на вас, дорогі наші телеглядачі. Ми дякуємо нашій ранковій гості за те, що сьогодні дійсно зробили дивовижну розминку для розумових здібностей, для наших звилин. А від вас, пані Оксаночко, привітання для наших глядачів із новим бадьорим днем і, можливо, декілька порад для того, щоб дійсно їх ранок був добрим. Друзья, я очень рада, во-первых, да, что, всех, кто смотрит, что вы интересуетесь развитием креативности и творческих своих способностей, потому что это просто необходимо. Необходимо в наше время, сейчас везде, это каждая специальность, она требует от нас не только знаний, да, логических функций, но обязательно творческого потенциала, обязательно нам нужно что-то придумывать, создавать новое. Мир так быстро меняется, что мы должны ухватывать это, да, соединять и что-то делать. Поэтому я вас, во-первых, поздравляю с тем, что вы сегодня были с нами и включились, я уверена, да, и выполнили эти упражнения. Эти упражнения, они помогут вам, во-первых, освободить свой мозг, во-вторых, сделать действительно такую разминку всех составляющих и гибкости, и открытости, и стремлению к свободе, и тем самым, ну, сделать такой большой шаг вперед в развитии. Ну и, конечно же, смотрите, если делать эти упражнения один раз, ну, это будет здорово, весело, интересно. Поэтому делать это нужно регулярно. Конечно, можно это делать в, ну, в кругу друзей, можно ходить в интеллектуальный клуб, ну, можно, да, смотреть наши передачи. Що ж, друзі, приєднуйтесь до нас, чекаємо на ваші дописи в наших спільнотах.